Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube, и сегодня мы с вами будем продолжать рубрику «Лук для Риты». Я думаю, что большинство из вас эту рубрику знает, любит меня, часто просит ее повторить, чтобы, в принципе, я ее делала чаще. И напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, интересно ли вам, чтобы я делала эту рубрику чаще, например, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц, с какой-то определенной частотой. Лично я считаю, что эта рубрика раз в неделю будет too much, а вот, допустим, раз в месяц просто идеально, чего я на данный момент и стараюсь придерживаться, но, конечно же, напишите, если вы хотели бы чего-то другого, и посмотрим с вами вместе. Для тех, кто не знает, смысл этой рубрики в том, что те, кто хотят, чтобы их образ в Инстаграме оценили, ставят хэштег «Лук для Риты» под свои фотографии в Инстаграме, и в день съемки я выбираю те образы, которые буду комментировать, и видео комментирую образы моих подписчиков, объясняю, что мне нравится, что не нравится, что бы я советовала скорректировать и чем конкретно, и ставлю одну такую общую оценку образу от 1 до 10, где 10 это очень хорошо, где 1 это не супер удачно. Поэтому давайте с вами будем стартовать. Начнем с первой нашей девушки. И у нас, кстати, сегодня в рубрике будут не только девушки. Я заранее успела просто так отлистать и найти несколько фотографий, которые буду комментировать. Так что могу сразу сказать, что будут не только девушки. И единственный момент, который хотела бы упомянуть, просто напомнить вам, что в целом в этой рубрике участвуют только те люди, которые хотели бы получить комментарий или какую-либо критику в свою сторону. Естественно, не участвуют те, кто боятся критики, не любят ее. Я не буду никого насиловать и просто так против их воли комментировать их образ, просто так рандомно ни на чью страницу не захожу и не предлагаю свои идеи по поводу того, что стоило бы изменить. Это первый момент. Второй, в этой рубрике участвуют только те образы, которые сфотографированы в полный рост с хорошим освещением, чтобы можно было увидеть какие-то детали наряда. Если вы просто сфотографировали пальто и брюки в полутьме, естественно, ничего не будет видно. Мне нужно, чтобы видно было детали, обувь, аксессуары и так далее и тому подобное. В целом, вот такие вот у нас правила. Давайте стартовать. Первая девушка у нас это Полиночка Вдовина. Все одним просто словом, мне было тяжело. Полиночка Вдовина одета в такие черные полупрозрачные колготки, это неплохо. У нас есть сумка, у нас есть свитер, леопардовый принт, красная юбка, дубленка укороченная и кеды. Что в целом я могу сказать? Мне не очень нравится вот этот образ, сейчас прокомментирую. Я должна сказать, что полупрозрачные колготки – это хорошо, но как раз комбинация полупрозрачных колготок с белой обувью смотрится не очень удачно. Такое ощущение, что летнюю обувь надели поверх какой-то зимней конкретной вещи. При том, что на самом деле, если бы не было черных полупрозрачных колготок, никакой проблемы в носке светлой обуви зимой нет. Но как раз комбинации с черными колготками появляется ощущение, что человек просто не нашел никакого другого оттенка колготки и надел те, которые были. Вот такие вот ощущения, поэтому в целом я бы сказала, что заменив данную обувь, допустим, на черные ботинки или даже черные кроссовки, или убрав эти колготки, заменив их на другие, ставив кеды, образ был уже смотрелся намного лучше. Это первый момент. Второй, я должна сказать, что по ощущениям, слишком много различных оттенков бежевого, какой-то даже такой золотистый есть на сумке, у нас есть белый совершенно в обуви, у нас есть бежевый оттенок меха такой овчины на дубленке, у нас есть один из бежевых оттенков в пятне леопарда и один еще бежевато-молочный там же на пятне, на принте в свитере, и всего этого просто очень много. Вот как-то превалирует этот бежевый, и причем он так точечно и настолько разный, что, к сожалению, в данном случае смотрится не очень удачно. Дальше я бы сказала, что юбка конкретно выбивается из этого образа в не самую лучшую сторону, слишком яркий оттенок, как для такого комплекта. Я бы выбрала чуть более глубокий, просто чтобы все вместе смотрелось более удачно и цельно в образе. Или я бы этот красный, если хочется такой яркий красный использовать, я бы его скорее в аксессуарах использовала, чем именно в юбке. В общем и целом, образ не смотрится для меня завершенным, хотя, в принципе, все элементы присутствуют, в том числе сумка, обувь и так далее и тому подобное. Я бы поставила данному наряду где-то, наверное, 6 из 10. Вот такая моя оценка. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу образа, какую бы оценку вы поставили и так далее и тому подобное. Только, пожалуйста, не оскорбляйте никого, потому что в этом видео мы все стараемся быть очень, и в целом, очень толерантными. Следующая девушка, у нее ник Лауреатка.
Значит, у нее юбка, которую я уже знаю, потому что такая же юбка есть у меня. Это юбка Zara, очень классная. Я вижу, что она ее подпоясала, и я понимаю, почему. Потому что на самом деле, если у девушки есть перепад талии и бедер, эта юбка всегда будет здесь слишком свободно в талии. Даже на мне, при том, что у меня большого перепада между талией и бедрами нет, я чувствую свободу именно в талии. Я должна сказать, что в общем и целом образ неплохой. Есть элементы, которые я бы подкорректировала. В первую очередь, я бы подкорректировала вот этот свитер. Я бы его заменила на какой-то чуть более гладкий, потому что он смотрится тяжеловатым, как для комплекта с такой юбкой, если мы его заправляем. А в данном случае мы его заправляем. Это не тот свитер, который желательно заправлять. Это тот свитер, который лучше носить с джинсами, с брюками и так далее. Или заправлять более плотные материалы. Эта юбка не очень плотная, как таковая. Поэтому я бы этот свитер заменила на какой-то более однотонный и более гладкий гольф, какой-то махеровый или кашемир, или что-то подобное, шерстяной. Я бы, учитывая, что в образе очень много различных элементов, у нас есть заклепки на нашей такой дубленке, у нас есть детали декоративные на сумке, я бы пояс немного спрятала, я бы его не показывала, потому что иногда, когда слишком много аксессуаров и точек внимания, глаз просто разбегается и не может сфокусироваться на чем-то одном. Мне нравится переход колготок в обувь, и в данном случае как раз такой переход смотрится очень грамотно, и в данном случае именно черные плотные колготки помогут сделать цельный силуэт внизу и не разбивать низ фигуры. Сумка, в принципе, и в целом мне нравится комбинация данного принта с клеткой. Принт змеиный очень актуален. Но вот данная сумка, я бы сказала, что на ней, опять же, слишком много каких-то штук. На ней есть один ремешок, другой ремешок. На ней есть такая массивная ручка. Сам принт достаточно кричащий. Поэтому я бы, например, вот эту ручку, которая болтается, я бы ее убрала вовнутрь, чтобы, опять же, не рассеивать внимание. Но, в общем и целом, по цветовой гамме, по принтам, по аксессуарам, я этот образ принимаю, я бы поставила ему где-то 8 из 10. За, опять же, вычитанием вот этого вот свитера я бы его заменила, я бы пояс немного спрятала, и я бы спрятала ручку вовнутрь самой сумки. Или же, честно говоря, намного лучше смотрелась бы сумка более лаконичного силуэта, вообще какая-то круглая или квадратная, чтобы не слишком внимание на себя привлекать, потому что принт и так достаточно кричащий. Вот такие мои выводы. Следующая у нас это девушка, которую зовут Заякина Татьяна. У нее такой очень лаконичный образ с матроской, с шубой, такой teddy bear. У нее есть брючки, очень свободные, и у нее есть ботинки, насколько понимаю, а-ля Мартинсы, и сумка. Мне очень нравится этот образ, мне нравится его лаконичность, мне нравится переход от светлого к темному, как раз такой плавный амбре получается. Мне нравится яркая, но сдержанная деталь в виде аккуратной сумки. Я даже знаю этот бренд, это грузинский замечательный бренд сумок. И если я не ошибаюсь, обычно тяжело видеть сбоку сумку, но я могу себе представить, что я понимаю, о чем идет речь. Мне нравится как раз пропорция вот этой свободы брюк к верху. Не кажется, что вверху появляется такой грибочек, а внизу тоненькие ножички. У нас здесь все пропорционально смотрится. Мне нравится предложение силуэта с помощью достаточно темной обуви в комбинации с брюками. И при этом видно, что обуви оттенок такой вишневый, поэтому где-то она перекликается с сумкой. Мне также нравится, что определенным образом шуба немного сливается с оттенком волос. Опять же, какой-то цельный силуэт получается вверху. В целом, образ хороший. Я бы поставила ему 9 из 10. Мне не хватило каких-то небольшого количества аксессуаров. Быть может, во-первых, какой-то шарф, потому что, в принципе, на улице снег, холодно. Быть может, какая-то серьга, чтобы завершить образ. Даже одна какая-то, необработанный металл или что-то в этом роде, чтобы вот и смотрелось вот идеально. Дальше у нас есть девушка, которую зовут Николь Ушкалова. Значит, у нее образ, состоящий из таких черных брюк, жакета в клетку. Я этот жакет знаю, и я даже этот топ знаю, и то, и другое из бренда Sandro. Так, дальше у нас есть ботильоны и у нас есть сумка. В целом, образ неплохой, мне нравится комбинация цвета. Единственный момент, который я хотела бы отметить, это как
раз то, что, во-первых, нахождение сумки не самое удачное, я бы сумку немного подняла выше, и место, где болтается ваша сумка, это место, куда больше всего внимания привлекает, приходит от человеческого глаза, потому что там больше всего какого-то передвижения и активности происходит, поэтому я бы ее чуть выше подняла, чтобы не резать неправильно силуэт. И один момент, который я хотела бы отметить, это если вы надеваете, например, черные брюки и белую обувь, или наоборот, белые брюки и черные обувь, вы визуально ногу, длину ноги укорачиваете. Нужно это понимать, если вы это делаете. Делаете вы это специально или бессознательно? Если бессознательно, просто знайте, что такой эффект происходит. Поэтому проще было бы здесь добавить черную обувь, чтобы удлинить силуэт. Но я понимаю, зачем нам здесь нужна именно белая обувь, потому что она немного освежает образ и не делает его настолько темным и приглушенным. Поэтому в общем и целом этот образ мне нравится. Я ему поставила бы 9 из 10. И многие спрашивают: Рита, вот почему ты не ставишь? Что ты никому не ставишь 10 из 10 и вообще скупишься? Я на самом деле очень требовательна как к себе, точно так же и к другим, поэтому были у нас в сюжетах девушки, которым я ставила 10 из 10. Вот иногда просто бывают выпуски, в которых такая оценка не встречается, я считаю, что это тоже абсолютно нормально. Я знаю, как выглядит 10 из 10, и если я вижу, что этот образ не вот так выглядит, как я считаю, выглядит 10 из 10, не могу ему такую оценку поставить просто для того, чтобы она была в видео, иначе смысла никакого нет. Иначе вы всегда будете знать, ага, значит, на 100% будет образ, которым будет 10 из 10. А так, на все, так сказать, воля вселенной. Вот приходит человек и классный образ, есть 10 из 10. Не попался такой человек, такого образа нет. Дальше у нас есть девушка Вероника Крунь. У нее образ состоящий из множества клетки, что мне очень нравится, из полупрозрачных колготок, и в данном случае как раз эти колготки, это тот случай, когда они подходят под оттенок тела, поэтому никакой проблемы с этим не вижу. Также высокие казаки, однотонный гольф и сумка, которую я не вижу, к сожалению. В целом образ мне очень нравится. Мне нравится, что он сдержанный, мне нравится, что есть игра с различными принтами, как раз различными по объем, потому что это все клетка, но разная клетка. А хотя нет, у нас здесь есть гусиная лапка и клетка, простите. Очень нравится комбинация принта, нравится цветовая гамма, нравится простота образа, завершенность его. Этому образу я бы как раз поставила 10 из 10. Это такая французская непринужденная шиковость. И последний образ у нас от парня с ником Ньяоно. Вот, знаете, вот что значит привлечь внимание. Вот я посмотрела на него, даже на его страницу после этого зашла, посмотрела, как он выглядит, потому что очень такие фриковые и достаточно интересные образы создает в своем контексте. Этот образ, к сожалению, вот лучше бы он другой образ отметил хэштегом «Look для Риты», потому что в этом образе мне много моментов не нравится. Мне не нравится, что ткань достаточно легкая, видно, что ткань мнется очень просто, потому что вот эта вот спортивная ткань, как минимум худи, тонкая, не очень качественная. В данном худи, чтобы она смотрелась намного лучше, ткань должна быть плотнее, может быть даже какой-то неопрен, тогда она будет форму держать, и тогда этот образ будет смотреться на 150 из 10. Цветовая гамма мне очень нравится, брюки тоже тонковаты, обувь меня не смущает, но вот как раз худи, именно сам материал худи, который виден даже на фотографии, и брюки, вот эти вот очки у нас сняли из 10 из 10, поэтому в данном случае концепция хорошая, концепция на 10 из 10, опять же в своем стиле. Исполнение, к сожалению, на 7 из 10. Поэтому, опять же, всегда нужно обращать внимание на материалы, из которых исполнены вещи, потому что это 50, если не больше, процентов успеха. Может быть, форма красивая, содержание не очень. Достаточно часто, если вы смотрели, между прочим, в моем шопинг-влоге из H&M, вы могли увидеть, я тогда пришла и как раз примеряла платье, которое на фотографии, на камере смотрится ок, но материал плохой. И это чувствуется, и приближенно, если ты посмотришь на этот материал, ты тоже это видишь. Поэтому вот внешне вроде бы все ок, а содержание не самое удачное, и это вот как раз тот вариант. Поэтому опять же нужно подтягивать содержание, потому что концепция уже есть. На сегодня это все. Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу под этим видео, какой образ вам понравился, какие оценки вы бы поставили этим образом, что вам не понравилось. Только давайте оставаться корректными и уважительными, толерантными по отношению к другим людям. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого, вашего сильного дня!